Какие у России есть друзья и союзники из других стран? Армия и флот. Все, больше нет друзей? Наверное, нет. Армия и флот у нас есть союзники. Все? Нет, ну что, наверное, есть в мире, конечно. А вот что западные страны и цивилизованные страны все перестали быть нам друзьями, это хорошо или плохо? А что такое цивилизованные страны? Какие-то европейские, развитые Европа страны, да. Стала не очень дружественная, хорошо да? Хорошо это или плохо? Ну, конечно, плохо. Всегда лучше мир, чем война, правда? Африка, Куба. Наверное, еще Южная Америка, я так думаю. Вот. Ну, насчет друзей-союзников не знаю, но Индия точно, и Китай вроде тоже ничего. Китай никогда никому другом не был и не будет. Индусы тоже. Они сами по себе, мы для них варвары. Какие у нашей страны есть союзники и друзья из других стран? На данный момент только одна Белоруссия. Как вы считаете, хорошо это или плохо, что у нас нет друзей и очень союзников? Очень плохо, что нет союзников, нет друзей. Армия и флот. Все, больше нет друзей? Ну, думаю, что это главное. Еще Петр говорил первый. Армия и флот. Ты повторяешься. Вот. А больше никого нет. Армия и флот. Все, больше нет? Нет. Северная Корея, Африка, ну, я не знаю, все, наверное. Сирия. Что нам делать, чтобы как-то на отношения налаживать, пытаться, не знаю, что-то поменять, изменить, вот что делать? Менять правительство. Надо получится. Налаживать контакты с внешним миром, ну, не знаю, получится или нет. На митинги надо было ходить в свое время. А вы ходили раньше на митинг? Да. Я ходила. У нас меньшинство.